Как сделать бюджетный популярный ЛПС сериал? Шаг первый. Сценарий штука довольно важная, и без него никуда. О, я знаю, давайте просто возьмем какой-нибудь американский сериал с кучей клише и тупейших сюжетных поворотов и только поменяем именно главных героев. И все, сценарий для самого популярного ЛПС сериала на ютубе готов. Наша аудитория, девочка, это 13 лет, и думаю, никто не будет копаться в сюжете. Шаг второй. Поскольку мы снимаем ЛПС-сериал, нам нужны бэты, причем редкие бэты, чтоб тебе доведло все комьюнити, которое не может их себе позволить. Шаг третий. А теперь ты должна выбрать персонажей для сериала, они должны подходить по характеру и... Что? Тебе лень? Ничего страшного, просто возьми стоячек. Наверняка у твоих главных героев скучный характер, плюс дабл-комбо. Твои главные герои будут вылеплены из одинаковых кусков пластика, но с разной расцветкой. Шаг четвертый. Пришло время создавать задники для твоего сериала. Это нужно, чтобы создать атмосферу. На самом деле это нужно, чтобы похвастаться перед теми, сколько игрушек тебе дарили в детстве. Ну а если ты нищеброд, то снимай свой шедевр на подоконнике. Шаг пятый. Чтобы твой сериал был более знающимся, тебе нужно одеть своих персонажей в новый крутой шмот. Но поскольку эта сцена OLX дорогая, я предлагаю одеть Дэйв свои новые вонючие носки. Идеально. Шаг шестой. В самом популярном сериале ЛПС должно быть много драмы, а значит много слез и крови. Так что не жалейте гуашь и пейли, и воды лейте как можно больше. Если фанаты будут просить проду, забрасывайте свой сериал в трассу. Здорово, ребят, да, это я, Полина, и эти видео было такими наркоманскими, с шуточками, да и анимация тоже была не ахти, но я думаю, вы поняли, что это как бы шутка, поэтому я надеюсь, вам понравилось, на этом все, рассказывайте об этом видео своим друзьям, до новых встреч, пока!